Мошенники создают фейковый аккаунт в социальных сетях, где предлагают товары по привлекательным ценам. Чтобы приобрести товар, покупатель должен произвести оплату на электронный счет. Фактически товаров, которые там указаны, не существует. Следите за активностью аккаунта. Обсудите с продавцом условия обмена и возврата. Не соглашайтесь на предоплату без гарантий. Попросите продавца по видеосвязи продемонстрировать товары. Не переводите деньги неизвестным лицам через анонимные платежные системы. Если вы связались с мошенником, то после предоплаты вы не получите свой товар и